Ну, стоило бы напоследок, кстати, рассказать о себе, потому что никакой я не каменный. Я люблю вас всех. Мне хочется к вам каждому подойти, расцеловаться. Но эпидемия, мать ее, так. Поэтому вот как-то так, я думаю, что вы меня поймете и простите, что терпение вам, здоровья вам. И хочу, чтобы в этом вам помогала музыка хорошая. Поэтому, может быть, дай Бог, пройдем мы этот вот этап, этап сложный для всех. Поэтому, прежде всего, терпение вам и здоровья. И повторюсь еще раз, чтобы вам в этом помогала хорошая музыка. Подготовка.